Добрый вечер. Вы смотрите программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Ну а в нашей студии депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, сегодня первое, о чем предлагаю поговорить и обсудить, это, естественно, выборную гонку нашу. 29 число у нас, а толку, как я для себя говорю, никакого не вижу, не слышу. Однако, что мне известно и многим жителям Петрозаводска, кто все-таки интересуется политикой, эта предвыборная гонка ознаменована снятием кандидатов с дистанции. Причем снятие это из области прошлых лет, методика. Юристы смотрят внимательно все документы, кто как подавал, от кого и где расписывался, если это финансов касается. Ну и, собственно, за это можно зацепиться, если где-то запятая, я образно сейчас говорю, не там, и снять кандидата на пост мэра. Так и произошло. Ну, по крайней мере, Эмилию Слабунову от партии «Яблоко» снял суд с дистанции. Яблочницу еще одну сняли в Прионежье. Ну, насчет остальных ярких фигур, скажем так, в Карелии, там, по остальным районам, не знаю. Но, тем не менее, этого уже хватает. Попытались снять Николая Ивановича Левина, действующего мэра, с предвыборной гонки. Однако суд отказал в удовлетворении претензии господина Шабанова, тоже участника. Что еще из интернета я подчеркнул? Господин Гаврилов у нас от «Справедливой России» попытался... Вернее, обещал, что будет снимать Баранова, самовыдвиженца, с предвыборной гонки. В общем, ерундистик, с моей точки зрения. Занимаемся всем, чем хотим, но не самой предвыборной гонки. То есть кандидаты пытаются найти какие-то пробелы в документах или что-то подобное, и за счет этого, значит, устранить конкурента. Как-то нечестно получается. Даже в Москве, по аналогии, скажем так, ИО мэра господин Собянин сказал, что давайте не будем никого снимать за какие-то там либо мелкие, там, может быть, недочеты, как вот Навального, пускай выборы они состоятся, пусть будет у людей выбор, чтобы было видно, кто за кого и как голосовал. У нас ровно все наоборот, у нас все хотят снять. Ну, слово «пускай будет» или «не будет» все равно решает суд, да? Поэтому от желания там, даже у нас Николая Ивановича Левина, пусть будет Слабунова, то это не в его компетенции. А то, что, значит, сегодня жесткие требования с точки зрения юридического сопровождения выборной кампании, ну, это тоже нормально, это форма борьбы, тщательнее надо готовиться и... Я думаю, что меньше допускать ошибок. Помните, мы с вами как-то затрагивали тему маршрутных перевозок в Петрозаводске, да, то, что не допускали к конкурсу, потому что листы там неправильно подшиты. Это из этой же области практически. Ну, я думаю, конечно. Тогда мы сделали оценку, что надо как-то упростить. Здесь, может быть, тоже есть смысл. Так здесь тоже, может быть, и надо упростить. Но у нас, чем больше мы упростим, тем потом вольнее начинается все остальное. И сбор подписей получается там недействительный, и подделка. Сложно тут сказать, что надо ли упростить или не надо. Но то, что это форма борьбы, и каждую выборную кампанию мы тоже наблюдали. Идет все время изменение средств, методов борьбы. Когда-то реклама, когда-то активнее подкуп, когда-то, значит, одними газетами и телевидением выигрывали. Ну, сегодня время, значит, пришло, когда, значит, соревнуются, у кого юристы серьезнее, административный ресурс крепче. Ну, нормально. Кстати, вот тоже интересно, я потом, конечно, проанализирую, посмотрю, а чем эта компания действительно отличится. Ведь предыдущая компания, когда была у нас мэра выборы, да, Николай Ильич, там тоже ведь была система договорная, когда Алиханов сошел, и, значит, тоже был метод компромиссов. Тоже ведь, если так говорить, что это такое опять? Мы тут боролись, договорились, объединились. Ну и я думаю, что каждый этот этап борьбы, он всегда будет со своими там нюансами. Я вас хочу спросить сейчас не как политика и депутата Петросовета. Вы на себе ощущаете вообще, что у нас выборы будут? Что у нас идет предвыборная гонка мэра? Вот как человек, простой гражданин. Ну вот, нет, конечно, ощущаю я, и если говорить о том, что и газеты у меня... Но я просто в этой атмосфере больше вращаюсь и ощущаю, конечно, сильнее, чем обычные горожане. Ну, так как по депутат, по статусу и по общению, значит, с администрацией, то это, конечно, чувствуется, и работает штаб, я все-таки смотрю за этой ситуацией. А с точки зрения воздействия такое... На определенные слои идет воздействие, идет агитация, именно та, которая необходима, но не больше. Меньше пыли вот этой ненужной, разбрасывания в ящики, криков по телевизору, пикетов, протестов. Ну, время прошло вот этой методики борьбы, ну, пришла другая.
Я как горожанин честно скажу, я себя ущемленным чувствую. Вот мне хочется что-то, да, узнать о кандидатах, а у меня в почтовом ящике ничего. Даже никаких наклеек нет на подъезде там, или еще что-то. Раньше я помню, что это было. Выборы Петросовет, я помню, были. Но хоть ходили там, в дверь там звонили, там вот мы за того-то, агитаторы были. Сейчас вообще... Время показало, что это неэффективно. Видимо, да. Многие вот соседи, не соседи, даже знакомые говорят, что ну а что опять ходить на выборы 8 числа, за нас все решили. Я говорю, потом ко мне не надо обращаться с вопросами или к депутатам, а почему так там? Нет, на выборы надо идти обязательно и изъявлять свое. Сагитирую на выборы, да, 8 числа. Все-таки надо сделать свой выбор. Хорошо, к другой теме, теперь уже тоже касается нашего Петрозаводска. В последнее время общественники наши слишком активные стали. Вот что не построят, что не поставят, все не нравится. Я теперь о площади Гагарина, Биг Бен, так нашумевший, скульптура, подаренная Петрозаводску. В принципе, я свою точку зрения по этому поводу уже высказывал неоднократно. Оригинально, пусть будет, никому не мешает. Вокруг эти фонарики все как-то более-менее. Елки потом голубые вырастут, все будет еще лучше. Но тем не менее, уже чуть ли не в суд подали заявление неспокойные граждане о том, что давайте все уберем, и все это незаконно. А ваша точка зрения по этому поводу, что вот это вот такое? Вот это то, что вы не видите, как вы говорите. Это выборная кампания. Это общественники занимаются выборной кампанией, только в своем виде. Ну, понятно, что, конечно, вот, на Николая Ивановича Левина сейчас все Это его оппоненты, значит, ищут факты различные, которые можно, значит, поставить в упор, критиковать. И вот это одна из форм трансформирования. Дело все в том, что то ли я тогда как-то по-другому стал мыслить. Ну, ерундистика, вот насчет, за счет этого как-то повлияет. Надо же тему какую-то высосать из пальца. А и других-то нету, получается. Нету, да. Реально нету, и поэтому высасывают из пальца. И давайте мусолить будем, значит, этот Биг Бен. Я думаю, что... Выборы закончатся, и тема исчезнет. А что ходить-то там? Никто не смотрит, даже обращать внимание. Говорит, ну, может, еще доползут. Во-первых, это же надо стимулировать, организовывать. Все равно организатор существует. Это не просто стихийно приползли, компания тут, и вот она системно кричит. Значит, есть и руководители, написана программа выступлений, привлечение внимания. И это все отойдет. Понятно, что, значит, Биг Бен, может быть, там не сочетался с вокзалом, но... Площадь благоустроили, и тем более, если построена такая гостиница, то они уже как-то вместе гармонируют. Поэтому я думаю, что можно успокоиться и наслаждаться. И еще тогда в интернете появилась на одном из известных карельских сайтов новостных информация о том, что глава Карелии по непроверенной информации из недостоверных источников, но вроде как она есть, эта информация о том, что готовится реформа для чиновников республиканских, то есть планируется снять ряд льгот и привилегий каких-то, и уже написано чуть ли не министр образования Карелии в отставку готова из-за этого подать. На моей памяти все время у нас идет речь о том, что надо реформировать систему эту чиновничества, и со льготами как-то тоже порядок навести. Но вот это как с драконами у нас опять же, да, борются. Одну голову отрубаешь, три вырастает. Любое сокращение, у нас будет проведено сокращение чиновников, да, сократили, через полгода их стало еще в три раза больше. И траты бюджетные на их содержание не уменьшаются. Ну, во-первых, ассоциация у нас такая плохая с драконом, все-таки чиновник. Мы все время пытаемся как-то вызвать негатив. Нет, это люди, работающие в интересах населения. Конечно, где-то может быть не до конца понятна их деятельность, и они работают, может быть, неэффективно, есть и такое, да. То, что реформу, может быть, и надо проводить, все равно приравнивать, но не должно быть большой контрастом, да, между там, бюджетниками, которые работают как врачи-учителя или там инженеры, да, и вдруг попал на госслужбу, и ты сразу космонавтом стал. Ну, это, наверное, перебор. Поэтому, если какие-то меры и будут приняты, ничего страшного в этом я не вижу, значит, никто не уйдет. А тот, кто собирается на пенсию, так тоже нормально уйти раньше или позже, это не проблема. А то, что систематизировать надо, да, вот неплохая идея на уровне, значит, это правительство России, когда чиновники, чтобы автомобили были до 1 000 000 рублей, желательно российской сборки, да, а не роскошной марки. Это рабочие автомобили. Рабочие, я про рабочие автомобили говорю. Ну, я, конечно, не, то есть, если это губернатор, то это должно быть представительство класса, это должно быть видно. А вот все остальные товарищи должны опуститься на класс ниже, и не нужно роскошных дорогих иномарок. Это нормально, не раздражать население. Конечно, ряд льгот необоснованных,
Ну, я говорю, что это если уж так потихоньку двигаться. Хотя, я говорю, и на работу, и с работы тоже должен одинаково быть. И, или возим всех, или не возим никого. То есть вот чиновников тоже ведь, транспорт этот. Можно и гараж, так сказать. Можно далеко в этой области зайти. Значит, но я считаю, что на самом деле это правильная тенденция. Угу. Перебарщивать резко нельзя, раздражать. И не обращать на это внимания, не выравнивать тоже не надо. Я думаю, что если это что-то и произойдет, какие-то действия, то я поддерживаю, они правильные. Насчет как раз чиновников, это уже не первая инициатива пересадить и на автомобили, да, и домой, чтобы и съехали и на работу своим ходом, как говорится. Но это вообще, честно говоря, смешно в нашей стране, потому что я прямо вижу, как наши чиновники с BMW 7 серии представительского класса пересаживаются там на Ford Focus, простите меня, третий. Это будет очень забавно. Будут же так цепляться руками, зубами и ногами, чтобы с BMW не вылезти. Ford Focus, есть машины даже чуть повыше, там классом, ну, это уж вы совсем экономист. Есть повыше немножко классом, но все равно... Ну, до миллиона рублей, да? Ну, нормально, ну, можно на них ездить. Ну, почему у нас администрация... Так нет, ездить и на Жигулях можно. Нет, ездит же администрация и на Шкодах, и нормальные машины, и никто не в BMW 7 серии не высадил. Нет, я не про нас говорю вообще. Я про Петрозаводск, да. А есть в республиканском гараже так, много дорогих машин. Нет, ну в республиканском я бы не сказал, наверное, что и так сильно. Там есть и Форды, кстати говоря, и все, есть... Весь спектр автомобилей. Весь спектр есть, но я бы не сказал, что наши чиновники, да, правительственные, сильно так зажрались, если так по-народному сказать, на автомобилях. Нет. Мы не говорим, что зажрались, мы говорим то, что систематизировать на, да, более низкий класс, чтобы меньше раздражать население. И эта мера была бы правильная. Ну что ж, на этом сегодня я предлагаю остановиться, так как время уже вышло. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Ну а провел для вас эту программу я, Денис Базанков. Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. Всего доброго.